Ука по вечернему Миндану. Частный сектор, как у нас говорят. Такие вот утопающие в зелени дома. На крышах солнечные панели. Не у всех, конечно. Сегодня похолодало уже. На дворе 20 ноября. Где-то, наверное, около нуля температура. Такие вот аккуратненькие домики. Чистенькие улочки. Немцы любят всевозможные автодома, всякие автомобили типа бусиков, оборудованные для того, чтобы можно было комфортно путешествовать и даже жить. Когда энергоносители дорожают, на первый план выступает зеленая энергетика. Почти вся крыша в солнечных панелях. Заборы немцы не любят явно. Вместо этого у них часто используются живые изгороди. Часто встречаются диковинные растения, типа вот этой елки. Такую в наших краях я не встречал. На таких улочках ограничение скорости 30 км в час. Никто никуда не спешит. Нарушителей скоростного режима взимается штраф. Как правило, присылают по почте.